Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Результаты голосования в конкурсе «Свадьба на миллион» изменились. И в конкурсе опять лидируют Женя Кузин и Саша Артемова. Саша Артемова рассказала о событиях на поляне. Было серьезное лобное, где выгнали Валеру Блюменкранца за маты, драки и бездельничество. Я думаю, что семью нужно попытаться сохранить, и Тате тоже уйти за периметр, чтобы отдохнуть от провокаций, лишних вопросов и нервотрепки. Но Тата Абрамсон сначала осталась на проекте, правда потом все равно ушла за Валерой. Блюменкранц пишет: «Я благодарен судьбе за тебя. В такую непростую минуту ты веришь мне и следуешь со мной. Я люблю тебя». Поклонники пары надеются, что ребята все-таки вернутся. Катя Кауфман отправилась в свой родной город Саранск, чтобы сдавать сессию. На Новый год Илья Ебаров едет к Кате отмечать праздник вместе. Ника Шукурова рассказала о том, что на поляне снимают рождественский выпуск передачи. «А мы сейчас отмечаем Рождество с колядками, пением и танцами. Скоро будем гадать на суженого». После выхода на экраны фильма «Мама всегда рядом», в котором снималась Саша Харитонова, она получила много хвалебных отзывов от зрителей. Харитонова пишет: «Столько поддержки и хвалебных слов, аж дух захватывает. Спасибо вам за вашу доброту, за ваши теплые слова, за отзывы. Хочется верить, что это только начало моего актерского пути». Женя Феофилактова с сыном Даниэлем будет отмечать Новый год на Кипре. Антон перед поездкой сына встретился с ним. «Не мог сегодня ни нанюхаться, ни насмотреться, ни наговориться», – пишет Антон. «Люблю, очень сильно люблю». Ксения Бородина рассказала о неприятности. «У меня только что эвакуатор увез машину на штрафстоянку. Но ничего, всегда нужно оставаться оптимистами и верить, что все будет хорошо». Марина Мексика пожаловалась на певицу Елену Ваенгу. Ваенга опубликовала фотографию Марины до пластики и после и написала, что природная красота первой фотки меня пугает, а вторая восхищает. Мексика возмущена. На первой фотографии ей всего 14 лет. Это глупый ребенок, который сделал неудачный татуаж бровей. А на втором снимке ей 21 год, и никаких хирургических операций она не делала. Только лишь ввела в скулы и губы препарат, который со временем рассасывается. Глеб Жемчугов страдает без своей семьи. Когда осталось несколько дней до Нового года, потеря, самая большая и значимая, ощущается каждой клеткой, когда ты понимаешь, что она не с тобой будет загадывать желание, когда первый утренник сына прошел без тебя, когда само понятие «семейный праздник» – нож в сердце, соль на рану. Люди, цените своих половинок и как можно реже ругайтесь. Ирина Пинчук улетела в теплые края на Новый год со своим новым бойфрендом. Иван Барсиков наверняка кусает локти после таких новостей. Как оказалось, после расставания долгое время он не оставлял в покое свою бывшую пассию, умолял его дать ему второй шанс. Более того, в смс-сообщениях, которые были адресованы Пинчук, Ваня не скрывал, как сильно он устал от Лизы Полыгаловой и от ее навязчивой любви. Либерж к Падону решила обратиться за помощью к специалистам, чтобы снова стать невинной девушкой. Либерж считает, что это отличная идея, ведь мужчина, который появится рядом с ней, должен понимать, что она неветреная и жаждет серьезных отношений, которые приведут к браку и к детям. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.